16 мая. Доброго здоровья. По-моему, это цисты, капсулы, в которых вирусы, бактерии и прочее прячутся после того, как стал принимать Зиру и Тмин. Отмечу, что с февраля и до настоящего времени они выходят из меня каждый день. Последний день после очистительной клизмы днем у меня начался сильный зуд в области пальцев обеих ног. Высыпались водянистые мелкие прыщики. Я смазал их эфирным маслом корицы, зуд сразу прошел. Поясню, что с 10.05.20 стал смазывать пальцы ног эфирным маслом корицы регулярно, так как у меня были подозрения в некоторых местах.